пожалуйста, Ульяновский областной суд, вот он здоровый, такой красивый, у нас вот наше извещение. Страшно, ребят. Вышел сейчас с суда взыскать с Кавелина Дениса Владимировича позже Натальи Игоревне 40 899 рублей в качестве компенсации морального вреда. Сейчас мне поможет добрая девушка. Только мне не надо. Хорошо, смотри, здесь 40 тысяч. Почему? Внести. А здесь нельзя, да, снимать? А у вас нельзя, да, снимать? Причина съемки. Ну, это же общественное место получается, я же могу снять, сейчас, по идее. Банки нет, не могу. Банки не могу. Спасибо. Ну, зато помогли, мне претензий нет. Спасибо, до свидания. Летай по всей карте и ломай дома гриферам. Ломай абсолютно любые дома гриферам. А можешь взять и вырезать все сундуки этому гриферу. А потом построй писюн из сфер этому гриферу прямо дома. Обязательно установи варп. Напиши на весь сервер, что здесь находится грифер. И смотри, что из этого получится. Но чтобы грифер не знал, кто это делает, вам нужно обязательно выключить свой префикс. И он будет видеть вас как обычного игрока. Ну или можете установить себе любой другой префикс. И тогда грифер будет думать, что вы его друг. Ну и в конце концов забань ты этого грифера. А скоро сможешь сажать в тюрьму всех гриферов. Это и многое другое может только владелец сервера. На него осталась скидка всего лишь 3 дня. Заходи, успевай, становись владельцем сервера. Вышел сейчас с суда, дали мне решение. Сейчас о всем расскажу. В тюрьму меня не посадят, вот этот самый суд. Устал, пипец. 6 часов шло заседание. Сейчас вам расскажу, что здесь за постановление, что я должен в итоге сделать. С кучей бумаг. Сейчас пойду отсюда, злое место. Суд, плохое место. Решил отойти от суда. Вот, смотрите, пожалуйста. Тут написано, да, то, что я... Вот, смотрите, тут даже такие интересные вещи написаны, как у него есть канал на YouTube под названием Серджо. Это все, кстати, рассматривалось в суде. Знаете, в чем прикол? Я должен буду выплатить, вот, смотрите, взыскать с Кавелина Дениса Владимировича позже Натальи Игоревне 40 899 рублей и госпошлину дохода государства на сумму 431 рубль в качестве компенсации морального вреда. Все, решение вступило в законную силу, подпись судьи, все, я должен выплатить этой маме 41 тысячу практически, ну 40 там тысяч в качестве компенсации морального вреда. Я в ахере. Мне нужно это сделать обязательно, потому что если я это не сделаю, у меня будут проблемы. У меня будут серьезные проблемы. Тут все это рассматривалось, да, вот причем она, да, Сица объясновала тем, что ее сын получил психическую травму, на которую были потрачены денежные средства на лекарства. То есть это просто полная ложь и полное вранье. Просто обман. И я должен буду выплатить 50-40 тысяч рублей. Беспредел полнейший, конечно. Сейчас будем кидать 40 тысяч рублей. Здесь люди, говорить не совсем удобно. Вот вся эта сумма. Вот она. Сейчас ничего не будем с ней закидывать. Так. Вот. Почему? Почему? Сейчас мне поможет добрая девушка, благодаря которой я внесу все-таки, надеюсь, деньги. Так. Только мне не надо снимать. Хорошо, вот девушка рядом стоит, не буду вас снимать. Смотрите, вот я, вот смотри, здесь 40 тысяч. Если вы за меня их несете, я буду очень вам благодарен. Почему? Так. Нельзя, он, да, был брать? Ну я же разрешил. Смотрите. 40 тысяч, да? Да. Внести. А здесь нельзя, да, снимать? Вот. А у вас нельзя, да, снимать? Вот. Ну, это же общественное место получается, я же могу снять, по идее. Банки нет, не могу. Банки не могу. Хорошо. Спасибо. Ну, зато помогли, мне претензий нет. Спасибо, до свидания. Ну что, дорогие друзья, так как я сейчас закинул 40 тысяч матери этой семьи, будем звонить сейчас, вот он мне еще во вторник тогда еще писал давно. Сейчас будем звонить и спрашивать, пришли ли деньги. Алло. Алло. Это ты там, бля, придурок, летаешь по спавну? Ну, я летаю по спавну. И чё? Да ничего, что хочешь, нахуй пошел. Ты при чем здесь это? Ты вообще в курсе, зачем я тебе сейчас звоню? Зачем? Ты пришли деньги вашей семье, маме твоей? Да, пришли. Сколько пришло? Сейчас маму позову. Мама!
Мам, иди сюда! И сколько денег пришло? А, алло. Алло. Да. Сколько вам денег пришло? 40 тысяч. Ну все, довольны? Выиграли? Довольны? Довольны? Да. А ты как хотел? Вот тебе так и надо, урод вонючий. Тебе говорили, что мы тебя накажем. Чтоб ты не делал вот эти игры дебильные, чтоб дети не играли. И нефиг снимать на ролике. Я хотел лишь справедливости. Ну вот и мы и хотели справедливости. Вот все. Денежки получили, тебя наказали. Будешь знать, как козел себя вести так. Ага. Я еще и козел, да? Да козел-то. Да. Вот я хочу, чтобы все подписчики знали то, что ваше семейство, оно далеко неприятное. Да пошел в жопу. И козел здесь далеко не я. Знают подписчики далеко, какой ты. Как ты себя ведешь, как ты людей. Как я себя веду? На деньги кидаешь, все ты делаешь. Я кидаю на деньги, да, да. Еще, да, если ты... учесть то, что я вам 40 тысяч выплатил пару часов назад. Да, суд тебе. Угу. Да, все по закону, все. Мы все говорили, мы выиграем. Выиграете его, да. А ты сейчас на сервере, что ли, находишься? Ну да, и чё? А где ты? Где надо. Где ты? Какой у тебя ник? Серджо Лох. Какой у тебя ник? Я тебя серьезно спрашиваю. Серджо Лох. Ну какой ник? Да какой? Обычный ник. Какой? Просто скажи. Может... АОЕ Фарту. Фарту 2005. АОЕ Фарту. Может, я осознал и хочу выдать... О, вот ты. АОЕ Фарту. Вот, АОЕ ФАР 2005. А, вот ты, да? Да? Так. Ну, я... Хочешь, я выдам админку? Я чувствую, что я не прав. Давай. Да, все. Пошел в жопу с моего сервера. Ах ты, смрать! Отдай! Больше ты играть не будешь, конечно. Че, кончено? Отдай админку! Маме передай своей, чтобы учила тебя, как нужно вести себя. Да пошел ты, ты смотри, чтоб тебя научили. А то еще тебя не один раз научат. Деловой. Да, давай, форшмак, отдай! На деньги попал, еще попадешь не один раз. Мы опять эти заявления напишем, что ты на деньги обманул. Да пиши что угодно уже, мне насрать вообще. Ну и пошел ты. Все, пошел нахуй, давай. Охренеть. Вот оно, ребята, семейство. Я заплатил им 40 тысяч рублей, так как проиграл. А они еще вот так себя ведут. Довольны то, что взяли с меня 40 тысяч. Это вообще стыдно, конечно. Я не знаю, этот меня вообще послал на три буквы. Нет, а знаете, что я сейчас сделаю? А что такое вообще? Алло, слышь? Да. Я забыл кое-что сказать. Давай. Иди ты в жопу вместе со своей мамой. Блин. Ты чё, сука? Все, до свидания. С козлиной, блин. А чё, потому что меня можно послать, я не могу, что ли? Пусть что хотят еще пишут. Пошли вы в жопу все. Уроды, блин. В общем... Такая ситуация в жизни произошла, неприятная, 40 тысяч я потерял. Ну ничего, зато в жопу послал. Если согласны с тем, что я их в жопу послал, ставьте лайки. Пошлем их разом все в жопу, короче. Я, может быть, даже напишу под своим видео коммент, что шлю их в жопу, а вы лайкайте этот коммент. Прям залайкайте, чтобы все их слали в жопу. А как еще их наказать? Да пошли вы в жопу публично, все. Моя совесть чиста, я отдал 40 тысяч, но кошелек мой теперь пуст. Спасибо этой семье. Но спасибо за вашу поддержку. Ну и я также буду играть в снимать на серии Антигрифер Шоу. Я маленько заедаю, потому что все время волнуюсь, то, что я отдаю 40 тысяч, я уже устал бороться с этими судами, со всеми. А вы заходите, я вас жду, поиграем. Поснимаем Антигрифер Шоу. Становитесь владельцами сервера. Снимайте Антигрифер Шоу тоже. Ну ладно, всем спасибо, всем пока. Обязательно хочу сказать, что я, ребята, стою здесь на спавне, всем раздаю админки. И тот скрин, который вы видите на своем экране, это все те, кто ее получили абсолютно бесплатно. Поэтому заходите на сервер, IP в описании ролика. Ждите, пишите, я вам выдам админку. Заходите, всех жду, ребята.